Челнинским полицейским удалось задержать студента, который, по информации МВД, помогал мошенникам обманывать пенсионеров. В настоящее время установлено, что молодой человек исполнял роль курьера и действовал по указанию телефонных аферистов. Мошенники действовали по известной схеме. Звонили пожилым челнинцам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники совершили ДТП и для решения проблемы необходимы деньги. Известно, что от рук мошенников пострадали 4 пенсионерки. Они отдали аферистам более 700 тысяч рублей. Курьером оказался 17-летний житель Набережных Челнов. Молодой человек рассказал, что решил подзаработать. В одном из мессенджеров наткнулся на сообщение о легком заработке. Связавшись с автором объявления, ему рассказали, в чем заключается работа, на что фигурант согласился. В качестве заработной платы ему обещали 5% от каждой полученной суммы. По данным фактам возбуждены уголовные дела